ты какая красотища. За 149 рублей. До этого у нас были такие, с такой пробки стаканы. А теперь у нас ваза 20 сантиметров. Доломит и пробковое дерево. Классная вазочка. А рисунки одинаковые. Еще вот такая ваза. Тоже, по-моему, из доломита. По крайней мере, горшки такие из доломита. Да, доломит. 20 сантиметров. Разных цветов. Скорее всего, тоже 149. А еще появились красивые горшочки. За 99. Средний размер. Изготовлены тоже из доломита. Блестящий, красивый. И вот такой беленький. И такие за 149. Розовые, белые. И такие горшочки я вам уже показывала. Такие же, как ваза. Горшки для цветов. Вот они стоят 199, значит, те вазы тоже стоят 99, скорее всего. Опять появилась губка для создания композиции из живых цветов. За 77. Шляпа противомоскитная для защиты головы и шеи от летающих насекомых. Это вот мне надо было такую приобрести, когда я вздумала на дачу поехать рано утром. Когда меня сожрали комары. 99 рублей. И сейчас актуальна сумка садовая. Идеально подходит для сбора веток, травы, листьев и в осенний период и другого садового мусора. Большой размер, 270 литров, 76 в высоту и 67 в ширину. Максимальная грузоподъемность 50 килограмм. Состав полиэтилен, полиэстер и полипропилен и сталь. А теперь я на вокзале. Остановка станция Орск. До этого я показывала вот такие белые лампы. А здесь смотрите, как гирлянды понавесили. И черный, и белый, и синий за 199 рублей. Прекрасные лампы, уже я слышала отзывы. Отзывы очень хорошие. Так что нормальная лампа стоит больше 1000 рублей. А это вот за 199. Еще новинка. Ёршик для туалета. Ёршики в футляре. Прям как праздничный подарок. 40 сантиметров. Изготовлены из полипропилена. Разных цветов. Смотрите, сколько здесь машинок коллекционных. Машинка-робот. Разный. Зелененький. Металлическая. От 3 лет за 199. Есть малюсенькие вот такие машинки. Вот такие бывают. Вот. Тоже коллекционные. Спортивные машины. Тоже очень много. Появились новые толстые мужские носки Зувей, размер 41-45 и состав 75 акрил, 5 шерсть и 2 эластан разных цветов. Выглядят неплохо за 77. Вот еще какие есть. Светлые, коричневые за 99. Такие уже в прошлом году, по-моему, мы носили. Хорошие носочки. Так, а что здесь у нас? Какой состав? 72 полиэстер, 13 шерсть, 9 акрил, 4 полиамид и 2 вискоза. Конечно, не очень хороший состав, но носки неплохие.
Перчатки за 77. Смотрите, с пальчиком. Можно управлять сенсорным телефоном. Хорошо, придумали. Иногда приходится снимать перчатки. А это снимать не надо, все будет работать. Смотрите, два цвета. Даже не два, а вот больше. Состав 69 акрил, 25 полиэстер, 5 металлизированная нить, 1 эластан. Смотрите, бежевые есть. Ну и разных разных расцветок. А вот какие хорошенькие. С 99. Ой, как они понравились, хорошенькие. Ну, по-моему, синтетика. Так выглядит хорошо. Ну, очень светлые, конечно. Состав 97 акрил, 2 полиамид, 1 эластан. Одной расцветки. Вот перчаточки тоже неплохие. Уже и варежки вытащили. Вот вязаные. Симпатичные, чисто белые. Красивые. С ангоркой есть перчатки 99. Разных цветов. И вот, которую я первой показывала, еще вот такая расцветка есть. Набор контейнеров для заморозки. Zip, 2 штуки по 0,92 литра. А вот как они туда уместились, странно. Ну, в общем, как-то уместились. Вот такой нежно-зелененький цвет. А вот ягодки можно заморозить. Мне кажется, можно и варенье сюда наложить. Такое, которое перемешанное просто с сахаром. Его хранить, который хранить можно только в морозилке. Вот для этого тоже пойдет. И еще вот такие. Набор емкости для заморозки. Прямоугольные, 3 штуки, 0,75 литра. 350 миллилитров. Всего за 55 рублей. Банка с краном. 3 литра. Всего. Щипцы кухонные. Опять новенькие, опять новиночка. Интересные. И 25 сантиметров. Состав полипропилен. Смотрите, какие чашечки. Чашечки, как листочек, ручка. Чашка чайная, 180 миллилитров, опаловое стекло. За 55. Такие чашки интересные. За 77. 460 миллилитров, фарфор. Вот такие. Чашка без ручки. Это даже стакан. 360 миллилитров. За 77. Салфетки кухонные. 45 на 30 сантиметров. Овальные. Изготовлены из поливинилхлорида и полиэстера. В нашем магазине 3 цвета. Ценник я не вижу, но, скорее всего, 27,50. Опять пришла новая пряжа. Смотрите, сколько расцветок. Расцветки разные. Пряжа из Троицка. Для ручного вязания. Кроха. И смотрите, что написано. Кроха фикс прайс. Голубая бирюза. А 51 рубль. Набор бирок. 3 штуки. Для украшения подарка. Поздравляем. А здесь что? Искренние пожелания. С днем рождения.
с веревочками. Стильная деревянная бирка с индивидуальной гравировкой подчеркнет уникальность вашего подарка. Стильная деревянная бирка с индивидуальной гравировкой подчеркнет уникальность вашего подарка. Вот еще какие есть: с днем рождения, от души, пусть сбываются мечты. Вот таким образом привязывается. Поздравляем с любовью, с днем рождения. И вот такая от всей души, от всего сердца поздравляем с днем рождения. Размер 7 на 4 сантиметра. Изготовлены из дерева, фанеры, березы, уф, печать, шпагат джутовый. В мае 2020 изготовлены. Украшения декоративные. Такие красивые, яркие. Две пластины в наборе. 51 рубль. Много здесь. А вот какие еще. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.